Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Рязанские коммунисты против. Поговорим о спорах касательно школы номер 6, где чистый воздух и вода. Изучаем доклад Роспотребнадзора. Открыт мотосезон. Расскажем о двух ДТП. Неизвестные памятники. Рассказ о забытой достопримечательности. Арбитражный суд обязал городскую администрацию передать здание школы номер 6 Рязанской епархии. И практически сразу эта тема стала одной из самых резонансных в городском медиаполе. Свое возмущение высказали и коммунисты. Решение арбитражного суда о передаче здания 6-й школы епархии для города сегодня тема номер один. В социальных сетях мнения на этот счет разные, но большинство все-таки считает этот возврат ошибочным. Руководитель фракции КПРФ в облдуме Денис Сидоров абсолютно уверен, отдавать здание 35 семинаристам в ущерб 6 сотням школьников, а уж тем более в единственной школе с углубленным изучением французского, по меньшей мере, неразумно. Обмен явно неравнозначен. Для нас это был большой неожиданностью, потому что мы понимаем, что здравый смысл должен возобладать, и школа должна остаться в государственной собственности. 600 человек детей, при том, что у нас 12 школ не хватает в городе Рязани, куда их будут размещать? Я понимаю, что сейчас администрация города говорит, что, к сожалению, по закону мы должны вот отдать максимально, это будет большой срок 6 лет. Но я считаю, что здесь нужно, конечно же, не только от администрации чиновника должно все многое зависеть, а от нас с вами, от общественности. Мы должны приложить все силы, чтобы помешать отдать школу РПЦ. Естественно, конечно же, все в рамках должно быть закона. В рамках закона это всевозможные обращения и петиции. Мнение общественности сегодня категорически важно, и в России достаточно случаев, когда маховик решений запускался обратно. Недавняя история с парком в Екатеринбурге, например. Екатеринбург, конечно, от нас далеко, но у нас есть свой собственный пример. Например, парк Морской Славы. Его несколько лет назад отстояли, там хотели строить храм, но люди также вышли, объяснили, что им здесь нужна парковая зона. Все получилось, отстояли. Все должно быть в меру. Позиция КПРФ сегодня неотделима от мнения общественности. Эта школа нужна в первую очередь детям. Это право большинства, если хотите. Апелляцию на решение арбитражного суда власти направят, и общественная поддержка в этом вопросе будет как нельзя кстати. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Где чистый воздух и вода? Ответ на этот вопрос можно узнать благодаря докладу регионального управления Роспотребнадзора. В нем говорится о состоянии воздуха и воды, а также о болезнях рязанцев в 2020 году. Начать стоит с воздуха. Его Роспотребнадзор назвал главным фактором, который негативно влияет на здоровье. В докладе говорится, что в 2020 году качество воздуха ухудшилось. Увеличилось количество проб, которые не соответствуют гигиеническим нормативам. В 2019 их было 0,19%, а в 2020 – 0,64%. Специалисты искали в воздухе гидрооксибензол, дигидросульфат, формальдегид, свинец. Исследовались пробы с двух точек – улица Новоселов и поселок Турлатово. В последнем, кстати, воздух стал чище. А вот в Дашках прибавилось дигидросульфата. В докладе описаны и загрязнители воздуха. Среди них Новорязанская ТЭЦ, Серебрянский цементный завод и другие корпорации. Второй вопрос – качество воды. В областном центре она чище, чем в районах. Пока у нас нашли бор и железо. Сульфатов и кадмия не обнаружили. Хорошая новость и по общей жесткости. Она признана удовлетворительной. В докладе перечислили районы с плохой водой. Спасский, Клепиковский, Скопинский, Михайловский, Рыбновский и Кадамский. С воды питьевой плавно переходим к технической. Роспотребнадзор назвал самые химически загрязненные водоемы. Ака в Спаске-Рязанском, река Солоча, озера Уржинское и Вильё. Не прошли проверку и пляжи города на втором Барковском карьере и Ласковском озере. Причина – песок, который не соответствует гигиеническим нормативам. Микробиологическую проверку не прошли и пляжи области. В Касимове на реке Оке, на озере Сынтульское, на реке Пет в Петелинском районе, на озере Чистое в Клепиковском районе. Отдельно в докладе Роспотребнадзора уделили внимание коронавирусу. Сейчас, говорят специалисты, достигнута эпидемиологическая стабильность. Но не минули рязанцев другие болезни. Так в области в 4 раза стали чаще болеть пневмонией. В этом же списке ОРВИ и ветрянка. Есть и хорошая динамика. Меньше регистрировали случаев заболевания коклюшем, скарлатиной, туберкулезом, гриппом. С полным текстом доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2020 году можно ознакомиться на сайте ведомства. Валерий Седов, телекомпания «Город». То, что начался мотосезон, становится понятно как по количеству соответствующей техники на дороге, так и по сводке происшествий. Ее мы расскажем далее.
Две аварии, о которых и пойдет речь, произошли с участием мотоциклистов. Первая из них в пятницу, 4 июня, в Милославском районе. 36-летний местный житель, управляя мотоциклом, по предварительной информации не справился с управлением и совершил наезд на бордюр с последующим столкновением с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте автоаварии. Пассажирка, 37-летняя жительница Милославского района, получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Другая авария произошла в Рязани в воскресенье. Около 9 вечера на Есенина водитель Deo Nexia не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии последний получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Всего за выходные зарегистрировано 13 аварий, в которых один человек погиб и 20 пострадали. В области произошло 71 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 49 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. По факту каждого ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего. Валерий Седов, телекомпания «Город». Казалось бы, в сравнительно небольшом городке Рязань каждому из нас известны все достопримечательности. Однако следующий сюжет удивит даже знатоков. Марина Романюк расскажет наоборот о, пожалуй, самом неизвестном памятнике архитектуры города. Густые заросли кустарника и свалка мусора. Мы с вами находимся неподалеку от станции вокзала «Рязань-1». Все это безобразие скрывает за собой памятник архитектуры федерального значения. История железных дорог в Рязанской губернии начинается с 1864 года, когда была проложена Московско-Рязанская железная дорога. В том же году была основана станция «Рязань-Товарная», ныне «Рязань-1». Здесь же неподалеку расположилось депо, о котором пойдет речь в нашем сюжете. Первоначально депо состояло из отдельно стоящих корпусов, промежутки между которыми постепенно застраивались с учетом различных функциональных назначений в едином стиле, который соблюдался с наружного фасада и при удлинении корпусов. В комплекс веерного депо входит инженерный корпус, лаборатория, в общем, целый ряд объектов, которые уже появляются в конце 80-х годов на рубеже 19-20. В 1910 году завершается процесс строительства, а уже в 55-м году, в 1900, появляется последний корпус, который принимал еще паровозы. Так вот, элементы как раз стиля модерн хорошо прослеживаются на инженерном корпусе и на мастерских, которые примыкают вот к двухэтажному этому объему. Такие с наплывом бетоном отделанные окошечки с наличниками и красно-кирпичные стены штукатурены. Веерное депо имело сложную объемно-планировочную структуру. В плане производственные постройки представляли собой полукольцо с длиной по внутреннему фасаду до 140 метров. Основным сооружением такого депо был поворотный круг. Использование сложного инженерного сооружения было оправдано, поскольку такая организация позволяла значительно уменьшить площадь, занимаемую самим депо и его путевым развитием. Это тот самый разворотный круг, где в форме веера располагались 12 депо, в которые заезжали паровозы. К полукольцу производственных помещений примыкал административно-бытовой корпус в два этажа с одноэтажным слесарным цехом. Сегодня цех прячется среди зарослей американского клена, а у входа в него можно обнаружить мемориальную доску с именем Ивана Завражного. В 1921 году сюда пришел Иван Дмитрий Завражнов, легендарный летчик, известный всему фронту, трижды отважный Иван Завражный. Вот в этом депо он работал по 23-й год. Потом уходит на курсы летного состава и попадает уже на фронт таким сложившимся мощным летчиком. Кстати, часть его биографии вошла в фильм «В бой идут одни старики». Здания комплекса много раз перестраивались, в настоящий момент и вовсе в плачевном состоянии и практически заброшены. В сохранившихся частях ансамбля можно различить характерные для тех лет архитектурные детали, украшения, придающие зданию особое своеобразие, присущее производственным постройкам конца 19-го – начала 20-го веков. Верное депо в ансамбль входит в водонапорные башни, которые славились своим уникальным силуэтом. Пожалуй, одна из самых красивых водонапорных башен нашего города. Вот, к сожалению, верх ее разрушается, и памятник федерального значения, по сути, погибает. В различных городах в подобных зданиях устраивают местные паровозные музеи, а порой депо продолжают использовать по его прямому назначению. Только место паровозов занимают электровозы и тепловозы. В нашем случае памятник архитектуры федерального значения не только находится в забвении, но и в скором времени может совсем исчезнуть, если оставить его в нынешнем состоянии. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Туристам обычно проводят экскурсию наземную. Водят в Кремль, показывают парки. Но в случае, когда в город приезжает диггер, показывать надо и подземные достопримечательности. О такой экскурсии и расскажем. Я так понимаю, что подземная часть города выглядит не так исторически привлекательно, как наземная. Конечно, 100%. Но нельзя ее исключать при этом, потому что подземелье наше все. Так заканчивается надземная экскурсия для диггера и блогера из Москвы Данилы Давыдова. Если провожатым по Кремлю был краевед, то уже подземную часть ему показывает местный диггер Денис Мурушкин. Для экскурсии по подземной Рязани выбрали самый длинный коллектор – Лыбецкий. Первые 300 метров по нему придется пройти на корточках. Потом тоннель из П-образного станет круглым. Через какое-то время опять сменит форму. И так все 2,2 километра. Район Арт-Лужайки. То есть, кто знает, то с левой стороны будет кафе «Снежинка», всеми известный советского времени, а по правой стороне главпочтамт, то есть центральная улица Почтовой, которая раньше называлась Шалопаевка. Вот мы сейчас параллельно ей пойдем, она у нас с правой стороны останется. Денис Мурушкин рассказывает, что инженерный план по вынесению реки Лыбедь был разработан еще в 1838 году. Реку запрудили, но замуровать ее удалось только в 60-х годах 20-го столетия. Теперь тут лежат чайники, пилы, ботинки и даже советская урна. А чему московский гость действительно удивился, так это подземной живности. Ребят, я первый раз вижу летучих мышей в коллекторе. Я никогда не видел. Дошли и до главной цели маршрута – Астраханского моста. Рязанцы уже насмотрелись на этот ремонт. Но то над землей, а сейчас появилась возможность увидеть его с другого ракурса. Над нами находится Астраханский мост, который реконструируют. Делают арку под мостом, чтобы соединить правый Лыбецкий бульвар и левый Лыбецкий бульвар. Вот как они отремонтировали. Вот он ремонт. Коллектор прошли довольно быстро, расскажет потом Денис Мурушкин. Данилу Давыдову экскурсия понравилась. Как он ранее говорил в передаче «Городские встречи», если не удалось побывать в подземельях города, то экскурсия не состоялась. Это же прошла на ура. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.